Всем привет, с вами Сильвань Екатерина, золотой директор компании Faberlic. Как вы должны новичкам своим объяснить про выгоду 50 и 100 баллов? Это нужно делать обязательно, потому что они могут год быть зарегистрированы и этого не знать. Выгода 50 баллов. У новичка появляется скидка 26%, а не 20% уже. Это уже более существенно. Кстати, 1 балл равен 40 рублей. Или 75 рублей, или 150 рублей, смотря что мы берем. То есть 50 баллов можно, это равно 2000 рублей, либо от 3800 рублей получается. Смотря что берем. Одежда, там обувь, там дороже балл, конечно. Вот 150 рублей самый дорогой. Значит, 50 баллов, если мы делаем, у вас на белье Флоранж становится скидка 30%. Также вы получаете, новичок получает наборы по стартовой программе. Есть разные акции и подарки. Плюс, вот вы сделали 50 баллов, плюс ваша группа сделала от 50 баллов, и вы уже получаете первую зарплату. То есть, если вы 50 баллов, а группа 150 баллов, например, вы уже на 6%, и вы уже получаете от 720 рублей, но это первый шажок, естественно, да, какой-то процент получить. Естественно, когда это 3000 баллов группа сделала, ваша зарплата уже там от 40 тысяч, плюс премия 110 тысяч рублей и так далее. Выгода 100 баллов. Значит, первое, 70% скидка на самый дорогой продукт, на любой. Допустим, вот коктейль Wellness, они же дорогие, у вас кто-то его заказал, а вы, ну, не говорите клиенту, что вы с большой скидкой его взяли и всю эту разницу в цене забрали себе в карман. То есть, грубо говоря, в среднем 1000 рублей в карман вот просто так можно положить дополнительно. Помимо, если вы делаете продажи онлайн или офлайн, у вас вот с продаж прибыль идет 26%, плюс еще 1000 рублей вы положили в карман. Вот эти небольшие маленькие доходы нужно рассказывать новичкам. Понятно, что кто пришел на крупный бизнес, обычно не делают какие-то там продажи, больше занимаются организацией товарооборота и подачей рекламы. Но многие приходят здесь заработать просто 5-10 тысяч рублей, поэтому обязательно нужно новичкам это рассказывать. Дальше, когда вы VIP-3, то есть 3 каталога уже, вам распределяются от компании контакты по VIP-у. То есть автоматически люди регистрируются под вас первый уровень, вам просто приходит SMS и e-mail, что под вами зарегистрирован человек, он хоп и сделал заказ. То есть это люди, которые регистрируются просто на общем сайте компании, и компания их не забирает куда-то там себе под кого-то в первый уровень, а распределяет между всеми VIP-ами. То есть вы все получаете вот эти вот контакты. Их, правда, не очень много в каталог, но обычно бывает от 2 там, до 6, но все равно эти люди могут делать и 100 баллов, и 50, и 30 баллов заказы. Да? То есть они пришли с целью, чтобы оформиться там, чтобы делать заказы себе просто. И ни в одной сетевой компании такого нет. Поэтому стремитесь быть VIP, да, организовать себе продажи, клиентский чат научиться вести, Instagram-магазин, на Авито разместить продукцию, и у вас это пойдет все легко. И новичков своих, естественно, этому научить. И будете получать от компании, ваша структура будет понемногу прирастать. Значит, еще какие акции от 100 баллов? Сейчас постельное белье идет в подарок, кто делает 100 баллов. До этого был пылесос, я тоже его получала. Золотой такой пылесос, ручка. Мультиварка до этого была тоже. И, в общем, много всяких таких интересных подарков. Просто те, кто делает 100 баллов, абсолютно бесплатно получается подарок. А кто VIP-9 каталогов, там участвуют в закрытых распродажах еще большими, огромными скидками. Также вы получаете от 3 до 20% со структуры уже, да. То есть, кто делает личных 50 баллов, получает еще доход со структуры, если она есть. Ну, конечно, регистрируйте людей и будете получать доход дополнительный, помимо ваших продаж. 23% вообще очень даже не лишние деньги. Это может быть, если у вас 10 тысяч баллов в структуре, это 138 тысяч рублей в каталог вы получаете дополнительно, плюс премии. А 150 баллов кто делает, скидка становится 35%.
Так что стремитесь, у меня в структуре много кто делает и 300 баллов, и 400 баллов, и даже 1000 баллов кто делает есть. Поэтому это все реально, но пока мы не освоили метод вот эти клиентские чаты, инстаграм-магазины, у меня VIP практически не было, а сейчас их просто очень много, таких VIP-ов с именно большим личным оборотом, товарооборотом. Поэтому должна быть система обучения, и научите своих новичков, научите это просто по телефону им позвонить, сказать, я тебя добавлю сейчас в свой магазин или клиентский чат, просто делай такой же и копируйся у меня, в принципе, да, и, ну, какие-то нюансы еще объяснить и скинуть обучающий канал дополнительно для всяких там фишек. Так что учим своих новичков тоже работать, сами работаем, если у вас есть цель, да, кому-то может переехать, квартира новая, пишите себе цели и идите к ним. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.